В таком огромном пакетике приехали к нам вот такие вот сверточки. Как их интересно пропустили на почте. Вот, потому что они выглядят достаточно подозрительно, да, вам не кажется? Сейчас распакую, покажу, что там. Вот здесь супер набор. Это новые ремонтные футраки. Они гигантские. Посмотрите, да, с размер моего пальца. То есть цикл с футраки в два раза меньше, а это прям огромные-огромные футраки. Очень толстая стенка. То есть, если у вас в шатунах срывает резьбу под педаль, и там вообще огромное отверстие, и уже все плохо. Или если вы хотите, вот видите, здесь такой бортик есть, он остается снаружи шатуна, то есть буквально на миллиметр отодвинуть педаль от шатуна, то вот такие ремонтные футраки. И вот такое гигантское, просто смотрите, какое огромное сверло. Можно теперь починить двумя способами. Немецкими футраками и вот такими вот из города Аксай. Ну и, конечно, самые лучшие конусные ключи в мире. То есть это не хлам, типа Педроса и Парктула. То есть Парктул — это хлам, как вы знаете, да? А вот это вот настоящие, самые крутые конусные ключи. И стоят они не очень дорого. То есть вот этот набор вместе с доставкой обошелся мне, грубо говоря, в 5000 рублей. Причем здесь удлиненная ручка огромная. Вот. И здесь полный набор. Теперь можно и втулки на промах. Видите, 20, 21, 22, 23, даже 24 ключи есть. Теперь можно все вообще перебирать втулки, любые абсолютно. И как раз у нас тут появилась, сейчас я вот вам покажу. Смотрите, какая планетарочка. Опа, здесь гаечка у нас по 22 конусный ключ. И либо каким-то самодельным откручивать, либо вот использовать настоящий фирменный ключик. И вот так вот у нас выглядит Педрос после сезона примерно эксплуатации. Вот так он разбивается. Вот. И сейчас я, в принципе, вам покажу, как выглядит Аксай. Так выглядит Аксай после 3 лет жесткой эксплуатации на Ашан втулках. Да? Увидели разницу? Аксай и Педрос. Прям Педрос 13, то есть гайка там, ну, скажем так, не самая большая. Вот так вот выглядит 14 ключ. То есть насколько аксайские ключи лучше, чем вот эти все остальные. Мы, в принципе, увидели обзоры. Я там показывал разные и парктулы, и прочие. То есть вот это вот ключи самые-самые шикарные из того, что вы можете купить. Гуглите «Аксайская мастерская».